Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня трешечок. Ну, не то, что трешечок, там что-то должны сервер обновить, но у нас на английском неплохие сегодня акции. Я их уже позабирал, плюшки. Вот что я имею. Сейчас мы потестируем скин, прокачаем немножко еще здание, подкрываем итемы. В общем, вот такое. Так, поехали. Коллекционер обалденный. Вы убиваете космо, получаете нормально плюх. За Ронина, в принципе, тоже плюшки неплохие. Да, за желейки неплохо. Карты опять, ну, 8-9 дней, скажем так, оно идет. То есть, делаете задание, уже показывал, получаете определенные плюшки. И дискаунт сегодня есть. Что у нас сегодня нового в дискаунте? Хочу успеть, потому что скоро будет закрыт сервер на 15 минут. Скорее всего, награды добавят на атаку фортов. Так, заборчик, эмблемки. Ну, давайте попробуем. У нас попытки есть. Выживание. Сразу же видим, да, и кулачки. Мне выживание надо за 3000 самов. Сразу же просветик. Освещение. Так, хорошо. Ну, считаю, это очень даже неплохо. Смотрите. Так, один за 3500. Ну, на китайке было, конечно, поинтересней. Вот камешки. 240. Жалко новых. Кстати, не добавили. Так, и 5 таких сундучков. Книги 200 штук. Ну, книги даже не выгодно брать. Вот камешки выгодно. Так, вот они. Вот заборчик у нас опять добавился. За десяточку. Ну, в принципе, все. Не буду я дальше тратить. Подожду что-то более интересного, нового. Так. Это граббер лепреконов, орб, аккумулейшн. Поехали посмотрим, может, тут что-то поменяли интересного. Так, книжечки, это хорошо. Рунки, опять книжки. Ну, здесь ничего не поменяли. Все как было, так и есть. Land for prizes, проспектор. Так, это то, что я получил за покупку. Ну, в общем, такое вот. Так, окей, поехали, поехали, поехали. Делаем самое интересное. Давайте сейчас подкрываем плюшки. Так, что у нас есть? Новые сундучки. А, не новые, это просто шестые, четыре. Новые, новые. Открываем их. Что-то я думаю, 50 сундуков. Думаю, нифига, сейчас я тут натащу. Ага. Так, это мы забрали. $245. Понял. Что-то брал. И непонятно что. Так, ну-ка еще раз, сундуки, это удачные, посмотрим, чтобы оно нам все не мешало, с атаки фортов, с лабиринта, так, подарки, это пятые, что я забирал, фиг его знает, такс, сумки. Вот что значит хороший сон. Так, открываем боксы. Сейчас пойдем открывать, тестить. Психощит. Так, это 7-8 и 5-7. Понятно. Ну-ка.
О, вот это оно. Смотрите, какие тут эмблемы могут попасться. Если здесь, я это только увидел сам, если здесь обычные идут, заканчиваются изворотом, то здесь уже можно получить редкие, ну, до самых последних, скажем так, и бравлера, и все остальное. Давайте открываем. Нифига. Разводняк, в общем. Так, окей. Ну, хотя бы там восьмерки упали некоторые. Так, это четверки. Надо будет почистить эти рунки. Так, это у нас карты. Что-то я толком нифига не понял. Чего я там брал? Так, окей, поехали на героя Космо. Космо. Так, улучшаем ему плюс один. Вот видите, да, сколько ресурсов, какая прибавка силы идет. По 210, ребят, посмотрите, сколько значков почета надо уже. Смотрите, сколько надо книг. Просто жесть. Да, туговато пока камни продают. Ну, это так, плюс-минус месяцы не будут. Как хлам здесь. Дальше 150 надо. Ну, конечно, статы плюс 2000 атаки сразу. Точность увеличивается, посмотрите. Ну, это просто жесть. Вот так вот. Атрибуты, можете посмотреть на атрибуты героя. Жестко, конечно. Так, хорошо. Поехали, делаем. Делаем облики. Так, что тут у меня скилл? Четвертый уже. Так. Что я могу тут подкачать? Это не могу, это не могу. Тут могу таблеточку качнуть. Посмотрим, что там нам таблетки скажут. Пятого лавела качнул максималку. Ну, такое себе. Итого 83-100 тотал. Так, ну смотрим, как таблетки выглядят. Сейчас поубираю нафиг всех героев. Ну такое. В принципе, они сделали все под одну расцветку. Чтобы там что-то особенное было. Ну, пока плюс 66. Так, окей. С этим разобрались. Поехали сюда. Качаем скин. Так, что дает сам скин? Надо посмотреть, кто я так и не смотрел. Плюс 400, плюс 10 тысяч атаки. Ну, смотрим, вот так он теперь выглядит. Так, на какой там таблетке стоит? Ну, самое основное то, что есть теперь возможность выбора. Вот здесь, то есть открываете себе, у меня тут ремка стояла. Поставлю так ремку. И оживу восьмую воткну. Это пока временно, потом, возможно, перекачаю что-то другое возьму. Так, есть. Вот так вот теперь он выглядит.
Поехали смотреть скилл. Интересно, что он себе будет представлять. Вот теперь вот так вот. Знаете, что-то похожее к тому, что типа Феникс сейчас у нас вместо этого. Ну, смотрите, как Ремка плюс Ожива, я считаю, очень-очень прикольненько смотрится. Два раза герой просто дамажит. Ну, скин не похож на то, что с ледяным поменяли. Нифига себе, посмотрите, что в центре творится. Это нереально жестко. Ну, Фрея пробивает фигню вообще. 12-я Фрея. Это жестко. Ну, мне нравится, кстати, Ремка. Интересный вариант. Сейчас еще раз оживет. Посмотрим только, куда ударит. Так, Анубиса. Ну, вот это опять рандомчик. Но посмотрите, Фрейя фиг там пробивает нормально. Конечно, надо СО ставить. Плюс другого. 91%, ребят. 91%. Герои просто нафиг ушли. Unreal какой-то. 800 тысяч жизней плюс. Это жестко. Это реально жестко. Да уж. Один герой, который, блин, меняет опять всю картину на поле боя. Будем тестить завтра на атаке фортов. Вот видите, не успели зарядиться. Но понижение мне тоже нравится. 66%. Так вот. Отлично. Ну, не знаю, насчет скина я бы не сказал, что там что-то особенное. Что так герой был, что так герой был интересен. Но то, что делает он на поле боя, это, конечно, нечто. Ну, статки, конечно, ужасающие. В прорыва 30-го будут. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем удачного роллинга. Кто будет роллить, сейчас мы попробуем, может, что-то выбьем интересного. По 450, по 1500 у нас нет. Профессор Рибит, Валентина, чемпион, чемпион, еще один чемпион. Ну, вроде что-то падает. Но не ихти. Укротителя, короче, сегодня в основном дают. Оу, Привейшн Друид. Давайте еще 450 и сердцеедка. Вот так вот. Вот такое вот у нас. Такое вот утро. Сейчас я пойду еще посмотрю по других серверах, если их не отключили. Что там у нас делается. Ну, скин, конечно, вот основное, что он там не особо красочный, но основное, что он дает возможность второго таланта. Вот это самое основное, как по мне. Так, 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 так. Воздушный шар у нас добавили на русском сервере. Ну, это я уже показывал вам, что и как. Что на русском, необычное. Неплохо, кстати, по цене продают. Так, что тут у нас? Скины. Тут у нас, в принципе, большой пак. Ну, такое. Ну, ради камней стоит брать. Так, тут неплохо. Таблетки можно на максимум вкачать за 3 пака. Ну, и розу собрать. Даже можно и 2. Так, тут расходники, вольт. Ну, такое. Ронин плюс ожог. Акция, разбиватель яиц. Ну и карты открыли. Так, ну, такое себе. Поехали на китайку, посмотрим, что на китайке есть. Ну, радует то, что на русском сервере хоть начали делать акции. Их начали делать из-за того, что люди перестали играть, перестали донатить, начали возмущаться и просто тупо ушли на другие сервера, где, как на примере Акза десятку, вы можете увидеть у меня, мы получили кучу топовых героев. Такс,
Что тут у нас по рынку? Так, это огника можно собрать. Это вот за 300 самов получаете 3000 как минимум. Нормальный. Так, тут уже скин можно собрать по 210. Можно даже дальше прокачать. Я пока заморачиваться не буду, мне это не особо интересно. Так, огник. За пол пака. Это пак на русском, ребят. Пак на русском. Огник, скины. Вот так вот. Так, и скины такие. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. Участвуйте в конкурсах. Ссылка в описании.